Власти Владимира ищут подрядчика для разработки проекта благоустройства вокзальной площади и прилегающей к ней улицы. И за этот проект администрация города готова заплатить более 15,5 миллионов рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок. Проектировщика должны будут определить уже к 26 сентября. На выполнение работ, согласно техзаданию, отводится около месяца. Начало установлено на 11 октября, а окончание на 7 декабря. Общая площадь благоустройства перед ЖД вокзалом 2,8 гектара. Исполнитель работ должен будет разработать схему организации транспортного обслуживания по маршрутам городского, пригородного и междугороднего сообщения, предусмотрев в случае необходимости реорганизацию мест остановки и разворота троллейбуса. Кроме того, предполагается разделить транспортные потоки, выделить зоны остановок, учесть размещение главного входа в автовокзал с вокзальной площади, предусмотреть пешеходную связь до коммунального спуска и зону отдыха, а также разместить туристическую навигацию, указатели и информационный терминал, рассмотрев возможность нахождения на территории павильона областного информационно-туристического центра и экскурсионного бюро Владимира Суздальского музея-заповедника. Плюс необходимо продумать, как организовать пешеходную инфраструктуру, парковочные места, наружное освещение, озеленение и устройство системы видеонаблюдения. Что касается улицы Вокзальной, в проекте власти хотят рассмотреть возможность спрямления оси улицы, предусмотреть ремонт проезжей части и тротуаров с устройством заездов к жилым домам и на территорию РЖД. Помимо этого, подумать о благоустройстве бульвара с размещением малых архитектурных форм.